Бригады энергетиков МРСК Сибири собрались в Хакасии, чтобы выяснить, кто лучше в своем деле. Мастера по ремонту и обслуживанию электросетей со всего округа съехались в Черногорск, чтобы побороться за право представлять Сибирь на всероссийском уровне. На Черногорском полигоне собрались лучшие бригады со всей Сибири. Всего 9 команд. Каждый предстоит пройти несколько этапов соревнований. Это экзамен на знание правил охраны труда, работа на электроустановках и демонстрация бригадных автомобилей. К слову, в Хакасию энергетики приехали на своей специальной технике. Как отметили организаторы соревнований, именно бригады по ремонту и обслуживанию электросетей обеспечивают надежное и бесперебойное электроснабжение в каждом городе и селе. Хакасия – это теплая, гостеприимная и очень хороший у вас здесь полигон. Поэтому было принято решение о проведении соревнований именно здесь. Во-первых, его расположение очень удобное. Во-вторых, все здесь электроустановки, которые есть, они соответствуют всем правилам. То, что Хакасэнерго за 5 лет сделала у нас в городе по улучшению электроснабжения силового, это заметно. У нас еще 5 лет назад, если было, значит, столько, 11 районов в городе, где напряжение было в электросетях 120, 140, 160 вольт. Сейчас таких нет. Задания, которые предстоит пройти энергетикам, максимально приблизили к реальной жизни. Дополнительно несколько этапов поддержат элементы чрезвычайных ситуаций. На таких соревнованиях энергетики оттачивают мастерство по работе, в том числе и в экстремальных условиях. Это ремонт трансформатора, который вышел из строя после грозы, подключение к энергоснабжению частного дома, снятие пострадавшего с опоры и тушение подстанции. Золотое правило энергетика – это ОПЗ, отключи, проверь за земли. То есть перед тем, как влезть в работу, должен убедиться, что у тебя отсутствует напряжение. Отключить, потом убедиться в отсутствии напряжения и заземлить все так ведущие части, где возможно попадение. Соревнования продлятся до пятницы. Тогда же станет известен победитель. Лучшая команда поедет на всероссийский конкурс энергетиков представлять МРСК Сибири. Мария Добрынина, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.